Доброго дня, ми з України. Ну що, друзі, продовжується мій експеримент з сіянцями. Вот эти сіянці були, вот эти вот розпікіровані, бачите? Вот таке вот, короче, як це виглядало. Менше не стало. Посмотрите, лес, я не знаю, куди мені їх дівати, скільки їх там. Я взагалі геть даже не розумію, дивіться, які вони маленькі. Вот этот берешь, вот этот каждый, вот так вот берешь, вытягиваешь аккуратно его, да, вот такой, вот такой, и вы его сажаете. Это я сейчас буду этим заниматься. Работа нудная, кропотливая. Нашла я себе емкости, куда я это могу все это складывать. В общем, вот смотрите, вот это было вот такой лес, да, прошло 2 недели, 3 даже, и вот они уже подросли. Если сравнивать с этим, видите, чуть-чуть подросли. Не все, конечно, но будем посмотреть. Видите? А вот эти были раньше рассажены. Видите, какие тут слоники. Так. Вот. И растут они у меня. Вот здесь тоже. Вот это вот одно время было посажено. Вот эти сеянцы. И вот эти. Эти я оставила. Кстати, их уже тоже можно попикировать, позабирать отсюда. Вот эти пестролистные, они были очень маленькие, и я не рискнула их рассадить. А сейчас, зараз я их буду в окремые стаканчики, а сюда добавлю вот эту малышню. Не знаю, хватит, сколько у меня там места будет. Я даже взагалі не знаю, что мне делать далі буде, куда я их буду девать. Скорее бы они зацвели, чтобы я зрозуміла, треба воно мені или нет, або ні. Ну вот, дивіться, це пройшло 3 тижні вже пройшло з того дня, да. Одні є раніше, інші пізніше. Но вот эти вот были вот такусенькі. Нет, даже вот такую, вот такие были. Вот такие маленькі були. Вот такие були маленькі, ось вот такі. А вот они постояли в тепличках, вот какие они стали. Вот корешочки даже, вот видите, наверх лезут. Вот. Можно подсыпать его просто вот так вот, прикрыть, чтобы корешочки пошли в земельку. В общем, короче, стоят они у меня все закрытые полностью. Вот смотрите, видите, какой конденсат. Для них это хорошо, это не фиалки. Вот смотрите, какая красота. Во-первых, их реже поливать, и они все-таки очень любят влагу, стрепсики. Вот, такие вот у меня жирнючие кабасюньки. Да, вот эти надо уже тоже рассаживать, потому что они уже тут друг другу мешают, а вот эти уже наступают им на пятки. Вот эти вот маленькие. Поэтому будем их рассаживать. Ну, а тут ничего пока трогать не буду, хай оно все растет. Вот, видите, уже проклевывается по второму листику. А когда будет 2-3 листика, тогда мы их уже будем и пикировать. Ну, вот такие вот уже точно можно рассаживать. Вот такие вот уже. Вот, смотрите. Тут уже вот это точно надо уже отделять. Вот этот, вот этот, вот этот. Беленькие, строкаты такие у нас, да? Красивые. Хоть бы, чтобы красивая выросла. А то я так играюсь, играюсь с ними, играюсь, играюсь. Настёна дала мне завдання такие. И у меня тут радости. Ну и покажу свои уже тоже такие же высокие, которые большие. Они у меня растут в боксе в большом. Сейчас. Тут картинка еще прикольней. Так, это я отставлю. Давайте. Опа. Смотрите. О. Тут картинка получше уже, да? Они тут и побольше. Такие. Пожирнее уже стали такие, дивіться, так. О, смотрите, яка. Тоже строкатый, до речи. Ось, бачите, такая. Вот, и уже и корешочки я бачу. Ну, будем чекать на первую квиту. Как только зацвете, сразу что-то покажу вам. Бо самой цікаво, стільки гратися с этим. Вот. Ну, чтобы еще строкатый такие. А вот еще такие. Строкатенький. Вот, стоит он у меня, да, вот видите, даже ну, видно по стеночкам. Вот покажу вам конденсат. Вот видите. И они очень себя хорошо чувствуют.
Смотрите, какие кабаськи уже тут. А тут даже, ха, а тут еще один лезет. Ну, пусть будет, потом я его отсажу. Вот он, смотрите, еще один лезет. Это, видимо, два посадила, чи как-то оно там зацепилось. Смотрите, какая хорошая уже центр роста, уже такое, детки хорошие. Может, буду доводить их до цветения в этих стаканчиках, скорее всего, потому что, не знаю, буду посмотреть, потому что места надо. Еще и свои стандартные есть стрепсы. Так, ну вот, играемся далее. Дивимся потом где-то тижня за два, подивимся за три, что будет далее. Думаю, что будет дуже гарно и будет великий лист тут. А тут я что-то не поняла. А, то тут их что-то тут не одна детка. Видите, что-то здесь такое. Ну, подивимось, что там будет далее. Строкаты, конечно, дуже классные. А это, посмотрите, такой вообще беленький-беленький. И вот точно надо в тепличке, его нельзя никуда, он бедненький. Только вырос. Видите, какой несчастный такой. Тут этот листочек такой чуть-чуть покопался. Ну, в общем, вот такие у меня красуни есть. Вот такие тоже маленькие. Видите, все-таки пестролистники, они как-то более туго растут. Ну, медленнее, не туго, а медленнее они растут. Ніж звичайні. Тут теж два якісь буде. Ну, подивимось, що там я подивлюсь. Хай поки що ростуть і радують. Так, ну, а у мене зараз буде новий квест. Іграйся, Оксана, далі. Розсаджувай. От уже такі хороші, вже можна їх розсадити. Да, видите, вони тут друг другу мішають, особливо вот этот ліс. Бач, ну, тут, вот, і вот тут, вот прям. Здесь уже немножко попікіровано, і у них уже більше как-то свободи є, да? Смотрите, як вони. А тут как-то так, надо как-то отсюда что-то выдирать. Ну, будем дальше работать в этом направлении. Все, пожелаем мне удачи. Все, друзья, пока. На этом все. Подписываемся, комментируем, вопросы задаем. Все, пока-пока.